Вы сразу поймете, кто дама по гороскопу, если она делает это, женские причуды разных знаков зодиака. У каждой женщины есть свои маленькие особенности и причуды, которые делают их уникальными. Астрологи заметили, что у женщин, рожденных под одним знаком зодиака, часто есть общие черты, и если вы заметите у дамы одну из перечисленных особенностей, то, возможно, сможете догадаться о ее знаке зодиака и произвести впечатление. Овен не склонны проводить много времени в закрытых помещениях. Восхищаются головными уборами. Вождение автомобиля часто сопровождается превышением скорости. Произносят речи громко и смеются открыто. Телец сразу закрываются, как только входят домой или садятся в автомобиль. Всегда имеют несколько сумок и кошельков, в которых гарантированно найдется какая-нибудь мелочь. Регулярно наносят аромат. Занимаются выращиванием цветов в домашних условиях. Предпочитают носить челку. Близнецы активно жестикулируют в процессе общения. Всегда держат телефон под рукой, часто открывают окна в помещении. Очень увлечены путешествиями. Редко остаются дома без занятия. Рак сохраняют свои детские игрушки. Никогда не обходятся без туши. Всегда готовы торговаться при покупках. Предпочитают сохранять старые вещи. Лев играют с волосами во время разговора. Предпочитают украшения из золота. Всегда имеют при себе зеркало. Привержены брендовой одежде и аксессуарам. Дева часто уделяют внимание гигиеническим процедурам для рук. Не выходят на улицу без нотки парфюма. Проявляют привычку кусать губы. В моменты скуки играют пальцами по поверхностям. Весы при выходе на улицу не устоят перед покупками, даже если это не требуется. Всегда имеют при себе косметику. Парфюм сопровождает их всегда. Проявляют привычку подергивать ногой, когда сидят. Скорпион проявляют откровенность и страсть в интимных отношениях. Ценят дорогие гаджеты и одежду из известных брендов. Обожают носить шелковое белье. Выражают себя с помощью оттенков помады. Стрелец не приемлют деловой стиль одежды. В их гардеробе всегда преобладают цвета, такие как голубой или фиолетовый. Ощущение душевной свободы для них важно, поэтому они избегают маленьких и закрытых пространств. Игры в лотерею и посещение казино – их впечатления. Экстремальные виды спорта приковывают их внимание. Козерог всегда украшают свою руку наручными часами. Замена парфюма вызывает у них сопротивление. Изменения им не по вкусу. Они предпочитают ходить в те же самые места. Записная книжка всегда рядом, независимо от ситуации. Водолей. Интерес к бриллиантам сохраняется вне зависимости от их финансового положения. Брендовые очки всегда на носу. Темнота вызывает у них дискомфорт. Гаджеты – их неотъемлемая часть. Рыбы полностью преданы обуви, и их коллекция туфель тому доказательство. Быстрые шаги – их особенность. При сидении они скрещивают ноги. Забота о маникюре неизменна. Чай и кофе для них стали неотъемлемой частью жизни. Вывод. Изюминки и особенности каждой женщины делают ее уникальной и неповторимой. Взглянув на определенные привычки и черты поведения, можно угадать знак зодиака, под которым она родилась. Астрология дает нам возможность разгадать тайны характера и поведения, позволяя лучше понять и ближе подойти к окружающим нас людям. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.